Уважаемые алматинцы и гости нашего города, с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдет 28-я зимняя универсиада. В эти дни транспортная система города будет работать с небольшими изменениями. В связи с этим акимат города Алматы информирует вас о следующем. Первое. 29 января в Алматы пройдет эстафета огня, которая будет сопровождаться частичным ограничением проезда автотранспорта. Начиная с 9 часов 50 минут утра до 2 часов дня будут перекрываться центральные улицы города, а именно с 9 часов 50 минут в течение 30 минут улицы Тимирязева на участке от Казну до улицы Ауэзова. Затем с 10 часов 20 минут в течение 15 минут улица Манаса от улицы Тимирязева до проспекта Абая. С 10.35 до 11.00 проспект Абая. Первые 15 минут от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова, а последующие 10 минут с улицы Байтурсынова до проспекта Сейфуллина. С 11 часов в течение 50 минут проспект Сейфуллина. Здесь зона ограничений будет постепенно сдвигаться от проспекта Абая до улицы Макатаева. Кроме того, с 11.20 в течение получаса перекроют улицу Гоголя от проспекта Сейфуллина до улицы Масанчи. Начиная с 11 часов 50 минут в течение получаса улица Тулеби. Также постепенно от проспекта Сейфуллина до проспекта Достык. Следующие полчаса, начиная с 12.20, проспект Достык в два этапа. От улицы Казыбек-Би до проспекта Абая. С 12 часов 50 минут до 13.20 снова проспект Абая. Два этапа от проспекта Достык до улицы Байтурсынова. С 13.20 в течение 5 минут улица Байтурсынова. С проспекта Абая до бульвара Бухар-Жырау. С 13.25 в течение 20 минут в два этапа улица Сатпаева. От улицы Байтурсынова до проспекта Достык. И, наконец, на завершающем этапе с 13.45 до 14.00 проспект Достык. От улицы Сатпаева до проспекта Абая. Используя эту информацию, автолюбители могут скорректировать свои планы по передвижению. Тем более, что это будет воскресный день, когда пробок на дорогах обычно не наблюдается. Второе. Ограничения движения транспорта в другие дни универсиады не будет. Внеочередные школьные каникулы с 30 января по 8 февраля позволят снизить напряжение в транспортной системе города. Однако, учитывая зрительский ажиотаж, дорожное движение около мест проведения соревнований может быть затруднено, особенно ближе ко времени их начала. Спортивные мероприятия будут проходить на Медео, в Шимбулаке, Табагане, Алматы-арене, Халык-арене, спорткомплексе имени Балуана Шолака, комплексе трамплинов Сункар и лыжно-биатлонном комплексе Алатау. Рекомендуем автолюбителям учесть вышесказанное при планировании своего маршрута. Доставка спортсменов до мест соревнований и обратно будет проводиться специальными автобусами, которые для сокращения времени транспортировки будут сопровождаться автомашинами дорожной полиции. Третье. Информация для посетителей спортивных соревнований. На официальной парковке при спортивных объектах будет пропускаться исключительно автотранспорт участников соревнований, полиции, служб безопасности, а также определенный спецтранспорт. Парковка для посетителей спортивных соревнований не предусмотрена. Парковаться вдоль дорог в непосредственной близости к спортивным объектам универсиады будет строго запрещено. Поэтому настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами общественного транспорта, такси, либо специально организованными автобусами, которые будут доставлять зрителей к местам соревнований. Более подробную информацию о местах дислокации данных автобусов и времени их отправки к местам соревнований ищите на официальном сайте универсиады. Стоимость проезда на специальных автобусах будет варьироваться от 100 до 200 тенге, в зависимости от дальности транспортировки. Добираться к местам проведения спортивных мероприятий лучше заранее. Просим учесть, что службами безопасности будет проводиться внешний досмотр посетителей. Четвертое. Церемония открытия универсиады начнется в 19.00 в Алматы-арене, что по улице Момушлы, в километре севернее или, как говорят алматинцы, ниже улицы Рыскулова. Несмотря на воскресный день, прогнозируются возможные затруднения движения на дорогах, непосредственно прилегающих к месту проведения мероприятия, в течение полутора-двух часов, начиная ориентировочно с 17.30, в частности на улицах Момушалы, Рыскулова и Акхансара. Информация для посетителей церемонии открытия универсиады. Транспортировка зрителей специальными автобусами универсиады будет осуществляться с двух точек – со стадиона Достык и с площади Астана, что напротив КБТУ. Время отправки автобусов в сторону Алматы-арены начиная с 16.00. Последний автобус отправляется в 17.30.
Доведите эту информацию до ваших родственников, друзей и знакомых. Спасибо за внимание!